Всем привет, мои дорогие, с вами Таурус, и сегодня мы с вами в рамках первого взгляда поиграем в игру, которую уже все прошли вдоль и поперек, но я с ней очень-очень мало знаком. Я видел некоторые видео обрывками, элементами, какие-то моменты дали понять вкратце, в принципе, в общем, что это за игра. И этого достаточно, чтобы я сразу начал записывать при первом запуске игры, даже не знакомившись с ней самому. Я думаю, это вовсе не обязательно. Итак, мы можем выбрать разные части, типа эпизоды, да? Но пока нам доступен только самый первый. Итак, начинаем игру! Насколько я знаю, это яркий трэш, это угар. Эта игра лишена логики. Здесь происходит что-то сумасшедшее, но это весело, это до чертиков весело. Ох, нифига себе посылочка. Мне кажется, или это нас везут? Это мы, главный герой, вот такой вот человечек. Некрофон Геймс представляют. Слушайте, мне уже заставка начинает нравиться. Это какой-то контроль, типа. Вот такой вот путь. Так все начинается. Слушайте, а игра что, китайская? Что здесь иероглифы? Или японская, уж простите. Плохо разбираюсь. Насколько я знаю, китайские иероглифы, они более квадратные. Не надо меня гипнотизировать, пожалуйста. Мне еще мой разум нужен в будущем. Когда-нибудь. Пригодится. Итак, мы попали в город, большие города, птицы летят. Господа, я так с ума сойду с ваших заставок. Ей-богу. Нет, это не игра. Боже, птица засала в пропеллер. Это печально, это очень печально. Так. Запись ведется телефонного разговора, да? Я просто пытаюсь найти логику в происходящем. Вот какие-то шпионы, кто-то за кем-то следит. Все это лишено смысла пока что. Вот такая игра будет, в принципе, в целом. Я знаю, что здесь куча будет каких-то заданий, своего рода мини-уровней, мини-игр. То есть игра очень проработана до мелочей. И весь тот трэш, который нам предстоит, он не суразен, но очень и очень интересен. Мне жаль, что я раньше в эту игру не поиграл, но... Так... Не-не-не-не, секунду. Почему-то стандартные клавиши W, A, D, S не работают. Так, надо проверить. Control. Jump, Activate. Back, Out, меню Toggle. Слушайте, что-то я ничего не вижу. А, вот, вот же. А, что у меня управление... А, стоп, а ну давайте попробуем. У меня что, управление на джойстике? Да, управление на джойстике, но это не самое удобное. Это все-таки игра от первого взгляда, от первого глаза. От первого глаза. Но все-таки надо... Давайте-ка настроим. Где у нас там... Стрейф это будет вправо. Тихонько. Что-то не хотят меня пускать. Вот вперед будет, вот назад. Если что-то еще понадобится, мы в этом разберемся. О, другое дело. Графика в этой игрушке красивая, но будет... Просто что-то сумасшедшее, видимо, творится, насколько я знаю. Вот, допустим, лавочки стоят всего лишь на одной ножке. Это вот с самого начала мы можем заметить. Нет, на самом деле, даже есть соблазн сейчас не ограничиться первым взглядом, потому что хочется обращать внимание на мелочи, а в рамках первого взгляда этого лучше не делать. Мы с вами все-таки должны успеть увидеть как можно больше. Но... Может быть, если я и пройду когда-то игру, то явно не сейчас. Итак, мы прибыли, посылку распаковали, судя по всему, да? И мы выбрались из нее прямо как из гроба. Здесь сидит какая-то секретарша, кто бы ты ни была. И говорят, что русификаторы лучше не ставить, потому что здесь очень много юморных диалогов, непереводимых. То есть игра слов и все такое прочее. Привет, дорогой. А чё у тебя голос робота? Короче, подождать меня просят, да? Хорошо, без проблем. Давайте подождем. А, нажмите А, чтобы присесть. Нет. Наверное, тоже что-то нужно сделать. И вот эти вот настройки. Чё ж стандартные-то не сделали-то, а? Activate, да? Вот, наверное, это оно. Вот это будет E.
Кнопка активации всегда Е. О, работает. Так. Подождем. Гляньте, какой вентилятор прикольный. Директор готов. Но мы пока можем почитать всякие журнальчики. Январь 1953-го. Органы. Ну, опять же, мое знание английского не очень. Поэтому. Да что, такие старые журналы или что это такое? Ладно, в любом случае, давайте пойдем к директору. Так, слушайте, мне еще кое-что хочется проверить. Я бы с удовольствием включил субтитры, чтобы понимать хоть что-то. Потому что на слух у меня восприятие очень плохое, прочитать я могу еще. Знаете, что здесь нету? Здесь нету, к сожалению, субтитров, насколько я могу видеть. Ну ладно. Objectives. Задания у нас потом будут появляться. Заданий много, и побочные, и всякие основные. Вроде как. У нас какое-то дело, которое мы должны обсудить. Мне предлагают присесть. На перделку хочешь меня посадить? Шутник, блин. Ты этого хотел? Basically, we need you to infiltrate the Soviet consulate. Так, брифинг какой-то проводят. They've taken some of our important technology, and it's imperative that we get it back in the right hands. Короче. As per usual, here's your missing all subscription. Don't take too many. Не бери слишком много. If you need me, I'll be in the wine cellar. Ушел в винный погреб. Короче, ни хрена я не понял из того, что он сказал, но нам нужно забраться вот в этот небоскреб, который, кстати, имеет купола, как у Кремля. Да, надо советское, типа, здание. Ты-то чё, я подумал, что он действительно в подвал ушел, но он просто тут уснул. Я думал, у него там спуск какой-то. Ага, у нас какие-то фармацевтические капсулы. На каждую миссию или реальность. Короче, без вот этих вот таблеток будет очень тяжело нам. Скушали. Начинай миссию через 5 секунд. Ура! Обалдеть. Железный занавес? Вот это здание. Так, нам надо пробраться в это советское здание. Здесь, то есть видите, графика очень пародийная, такая комиксовидная, даже не, ну, не комиксовидная, блин. Я даже не знаю, как эту графику описать, то есть стиль сам. Но это чертовски круто. Чё ты скажешь? Даже просто посмотрите, какие персонажи здесь. Что? Поверь в себя. Лучшие друзья навеки. Это люди все-таки или голуби, смотрите. Наверное, да, это все-таки как бы живые должны быть существа все, но при всем при этом они такие себе пародийные. Что ты мне скажешь? Ничего, просто какой-то деловой человек, но пусть занимается своими делами. Я хочу увидеть большой спящий режим. Это ты о чем? Они все-таки люди или роботы? Потому что я одного потянул. Даже голуби здесь такие рисковатые, ребята. И музыка такая, как в Джеймс Бонде, знаете, надо пробраться. Так. Мы человек? Нифига. Нет, мы. Мы действительно человек. Я думал, что мы такие же, как они, на самом деле. Что-то не то, да? Упс. Хорошо, хорошо. Блин. Блин, точно. Я думаю, может... жвачку? Давай. Лопай. Давай, лопай. Мои глаза. Только не под машину, нет. Ай, парень, прости, я не виноват. Еще и на грабли наступил. Это очень жестко. Игра юморная, сумасшедшая. Что? Кого? Есть ли у меня что за МакГаффин? Возвращайся, пока когда у тебя будет МакГаффин.
То есть здесь есть какие-то побочные задания, занятия. У меня есть что-то на лице. У тебя кусочки хлеба. Мы должны тебе помочь или что? Все. Okay, I love you, bye-bye. Okay, I love you, bye-bye. У тебя еще и на одежде испачкался, малюха. Окей, okay, I love you, bye-bye. Ну ладно. Фиг с тобой. Игра просто представляет из себя набор очень прикольных и приятных мелочей, которые способны поднять настроение. Особенно после того, как ты проиграл миссию в Дюне. Так, ну что, попытаемся забраться в здание. Что-то мне кажется, нас так легко сюда не пропустят. Хотя... Прием консульства. Вот это круто. I'm afraid you don't have appointment. Боюсь, у тебя нету приглашения. Вход по приглашениям, да? Что там на первых полосах сегодня? Нифига я не пойму, к сожалению. Но думаю, ничего важного, чтобы нам пригодилось. Ну а здесь у нас security. Так, сейчас у нас... Сколько получится? 6:30. Что, стрелки будем переводить? Ну все. Не, серьезно. Я вроде и в прошлый раз все нажимал. Но Б не работает. Да как же мне выйти, ё-моё. Ну не может Б, боже мой. Как много здесь всяких приколов. Хорошо, что еще мы могли не выбрать? Прыжок, понятно. Q, еще что-то на букве Q. О, вот бэкаут, наверное, это оно и есть, да? Так, секунду. Не то, не то, не то. Да, давайте вот бэкаут на букву Б. Вот, вот так сейчас попробуем. Да, похоже, работает. Расписание. В 12:00 обеденное время. В 4:15 какое-то типа собрание коммунистов. В 6 часов водка и бисквиты. А в 7:45 какая-то гонка картофелей. Не знаю, это... Тихо. Посмотри, какая у тебя красавица там сидит. Глянь, воры, воры врываются, грабители. Не хотят меня сюда пускать, ладно. Понятно, понятно, все, хорошо. Черт с вами. Ну, в таком случае нам надо что-то находить. Так, это что у нас? Ксерокс, табличка какая-то. Что? Что происходит? Что за звуки? Что только что произошло? Ксерокс парк. Я что-то сейчас сделал или... Я не понял, что только что произошло. Так, что здесь за надпись? Секунду. Давайте прочитаем. А, ну все, пробраться в это как бы здание, да? Ты мне ничего не сделаешь? Я тебе помог крошки очистить с тебя. Убери курицу свою. Так, допустим. Хорошо, пойдем, перейдем дорогу. Возможно, это нам пригодится как-то. Нет! Да блин, ну что, что я делаю? I'm okay, со мной все в порядке. Я очень себя беспокою. Ну, не знаю, насколько с тобой действительно все в порядке. Прости, парень, я не виноват. Так, хорошо. Что это оно? Gone fishing. Ушел на рыбалку? Допустим. А, закрыто без причины. Отлично. Так. Найди работу. С каждым предметом можно взаимодействовать. И все такие прочие прикольчики. Ну, не с каждым, конечно, предметом, но со многими. А, я думал, может быть, через ящик смогу запрыгнуть. Так, нам надо найти какую-то штуковину. Слушайте, какой-то барыга здесь. Бородатый. Ты украл мой ноутбук? Нет, нет. Ну нет, я не крал. Мой джетпак кусок дерьма. Ну
Найди какое-то масло ореховое. Правительство. Позади тебя! А! Что? Ах ты хитрюга! Это... Я попался на самую старую разводку, когда говорят, что что-то позади тебя, ты поворачиваешься и даешь время убежать. Слушайте, кто это был такой? О, пицца. Это бомба. Что за черт? Пицца, пицца идентифицирована написала, и меня просто куда-то телепортировало. Такое ощущение, что я сейчас начинаю играть в хоррор. Серьезно. Мы попали в ночной лес, а это... Нет, это не кровь. Что происходит, мать его? Я, конечно, сказал, что я в хоррор хочу начать играть. Мы еще лопату какую-то взяли, нам придется драться. И еще что-то висит такое. Блин, мне что-то не по себе становится. Кабинка пиццы вдалеке. Это что у нас такое? Ё-моё! Это зомби! Это же зомби, мать их! Тихо! Это зомби, мать их! Вот так вот, сволочи! Вы ничего мне не сделаете! Ай, они меня еще кусают! Сволочи! Я вам не дамся! Как я вообще сюда попал? А, хорошо, убивать их можно. А у меня есть какой-то индикатор жизни, потому что черт его знает. Идите, давайте, 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 сволочи, я вам дам, паразиты. Мы взяли какое-то зеркальце, я даже не знаю, что мы взяли на данный момент. Ладно, идем в кабинку пиццы. О чем я вам говорил, все происходящее дикий трэш. Слушайте, как-то экран, шумы на экране, такое ощущение, как на меня сейчас скример какой-то выпрыгнет. Нет? Ух ты, ё-моё. Игра просто сборище безумств. И этим она притягательна. Конечно, и графический стиль располагает. Так, давайте обойдем на всякий случай домик. Я уже жалею, что я открыл эту коробку с пиццей. Кто вы такие? Что вы хотите от меня? Наверняка тут парень с мешочком был в чем-то замешан, который нас подлым образом обманул. Еще одни. Ух ты, прямо позади меня. Раз. Два. Три. Четыре. А нет. Пять. Слушайте, как вас много, а? Ох ты, посмотри, какое у тебя лицо страшное. Тебе надо с этим что-то срочно делать. У нас есть врачи, они тебе помогут. Слушайте, а ведь они из пиццы состоят, или мне кажется? Блин, слушайте, я не знаю, я вообще любитель пиццы. Я вот сегодня как раз пиццу съел. В следующий раз подумаю. Над целесообразностью. На! Получи, пиццамен! Получи! Ты убегаешь от меня? Да, сейчас. Мы их убили. Открылась кабинка. Не знаю, насколько это все хорошо. Рыба. Хорошо. Уже заросло все паутиной. Я такой, чтобы прикрыл. Как-то жутковато. Нет, не хотят, не хотят. Печатная машинка. Окей. Вся пицца, нет пицца, делает пицца, пицца, пицца. А пицца, а пицца, нет пицца, 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 а пицца, 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 пицца. Твою мать! Нет, 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 уйди, 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 уйди! Мне это снится, мне это все снится, это не на самом деле. Это не может быть на самом деле. Кажется, я что-то устал. Вздремнул, малеха, да? Думающая пицца. Не знаю, синг пицца, думай пицца. Это было жутко на самом деле. Это было действительно жутко. Ты чё смеешься? Ты не собираешься мне вреда принести? Я уже пережил столько за сегодняшний день. Я откалибрую твой сенсор за доллар. Я тебя включила? Я перезагружаю, когда я хочу. You know,
Я пробовала свидание онлайн. О, ты. Используй инкрипция. Черт знает, что это такое. Оценивается в 10 тысяч вольт. Ты не знаешь меня? Нет. Повтори мое имя. Защита полярностей. И смайлик такой. Так, ладно, гуляй, дамочка. Что у нас здесь? Ну, слишком долго ж не надо. Так настойчиво прям. Ну, оказывается, мы единственный человек здесь. Так, не хотят нам открывать, похоже. Тогда давайте посмотрим, что у нас здесь. Ничего. Это же мешочек с деньгами. Серьезно, это китайская игра или что? Тихо, тихо, тихо. Поздравляю, вы 1032 игрок, который следует мусор. Слушайте, это на самом деле или всем так пишут, что 1032? Не, в эту игру играли гораздо больше людей, чем 1032. Я все исследую, такой мой стиль игры. Спасибо за поздравление, конечно. Сейчас еще немножко поиграем и будем заканчивать, потому что... Это же ты опять! Это же ты! Мне нужно... Он хочет, чтобы я ему голубей поймал. Хорошая попытка. Хорошо, у него есть защита от этого магнита. Ну ладно. Давайте... Ой, мы даже стрелять можем. А ну. О, щекотно. А ну. Смотрите. Смотрите, что мы делаем. Обалдеть. У-ху. На крышу тебя, на крышу. Не, никак. Прости, братиш. Ей, похоже, тоже все равно. Я хотел его на дорогу сбросить, но, видимо, никак не получится. Так можно всех посбрасывать. Уличный музыкант. Я не могу вспомнить мое имя. Вау. Yes, I'm crazy. Я такой. Так, слушайте, ну надо нам переходить одна на другую сторону. Давайте поймаем голубей и будем на этом завершать. Это очень обалденная игра для того, чтобы ее проходить. Ой, прости. Прости, парниш. О, первый голубь. Короче, эту игру надо проходить. Ай, давай, попадаем. Первый есть. Что из него... Что из него выпало, я что-то не пойму. Феромоны какие-то. Я уже не знаю, что жать мне. Хорошо, мы какую-то штуку берем сейчас. Наверное, этого нам достаточно. Ой, там строители работают. Строителям, похоже, ни холодно, ни жарко, да? От того, что мы их этой штукой примагничиваем. Слушайте, а если мы зайдем сюда и пошалим немножко? Знаете, что я вегетарианка? А, теперь я... А, теперь я овощ. А! Погоди. Ты меня сейчас так перепугал, серьезно? Я ничего не чувствую. Да хватит меня преследовать, слушай. Ты, блин, как объект этот SCP 173, кажется. Типа ты отворачиваешься, и он уже тут, ё-моё, пошел ты нафиг, я тебя реально боюсь. Капец. Ну тебя нафиг. А. Так. Паренек, осторожно, если что, я не в тебя целился. Вот ты где! Давай. Попали, хорошо. Берем. Что это за феромоны? Духи какие-то из голубей мы получаем. А ну. А! Что за чушь? Капец просто. Мы привлекаем, короче, голубей, да? Так, хорошо. А больше мы не можем взять, да?
Сейчас тогда еще хочу попробовать натравить прямо на security голубей. Привлекаем самцов. Кобелей. Ты за мной следишь? А ну иди сюда. Смотри, какая сволочь следит за мной. Что? У тебя только что голова отвалилась, которая курила сигарету. Ребят, это просто сумасшедшая игра, но вместе с тем невероятный кайф. Шеф полиции поймал... шеф полиции был пойман с накладными усами. Что-то такое. Или поймал кого-то с накладными усами. А если с тобой мы что-то сделаем? Ничего. Так, мне нужен еще один голубь, вот он. Давай. Придется, правда, дорогу перейти. Возвращайтесь к информатору. Да я не буду уже возвращаться, по сути. Я вот что сейчас сделаю. Отлично. Идем сюда. И постараемся натравить голубей на охранника. Эти тут валяются потихоньку пока. Что-то я балансирую как-то забавно. То есть тут можно по телефону куда-то позвонить, если я найду номер подходящий. Эта игра своего рода песочница, такая же, как Goat Simulator, да, был в свое время. Но если там ничего не было, то есть ты просто крушил все вокруг, то здесь всякие квесты, всякие задания и всякие мелочи, которые происходят просто на каждом шагу. Уходи прямо сейчас. Ему все равно. Голуби, унесите его. Серьезно. Да что ты такое? Блин. Я понял, короче, что нужно делать. Он только что сказал, что я не собираюсь ждать, типа, до времени обеда. Надо было перекрутить часы на ланчтайм. Может даже это сделать, да? Так, вот. 12. И все пошли работать. Строители пошли работать. А ты? А у тебя обуви нету? Я слежу за тобой, говорит он мне. Зато мы можем теперь подняться на крышу здания. То есть, ну, может не на крышу, но хотя бы повыше. С помощью вот этой вот штуки, которую оставили после себя строители. Но мы на этом будем заканчивать, потому что, опять же, тут играть можно бесконечно. И можно настолько влечься, что я буду 2 часа подряд играть и даже этого не замечу. Это обалденная игрушка. Хотелось бы на самом деле ее пройти полностью. Хватит следить за мной, как ты это делаешь? Спасибо за то, что смотрели, друзья, надеюсь, что вам было интересно. Возвращайтесь в других видео, потому что нас с вами ждет еще больше интересного. Уйди отсюда, сволочь! Может быть, когда-то и пройдем эту игру.